Доброго вечора, ми з України. Щиро дякую вам, молоді, яка знаходиться в Сполучених Штатах, за те, що ви долучилися до проведення нашого табору, який щойно закінчився. У нас був в гостях Веньямін Бальжик. Ви дуже зробили потужну матеріальну підтримку для нас, для того, щоб ми могли сьогодні мати під час війни такий прекрасний, класний табір у приємному місці. Я надіюся, що ваші серця, вони відкриті для нас, так як наші серця відкриті до вас. Все буде Україною. Hello, my name is Evgeny. I'm from Irpень. I and my friends, it's youth church in the Kyiv, Marshalovka. We are very grateful you for visit Benjamin and his sharing with us and time which on spend with us. It was very cool. We are very grateful for you, and I hope that sometimes we will be help to meet with you. Thank you very much. Дорогая молодежь американского объединения, очень сердечно благодарен вам всем, что вы содействуете нашему досугу, нашему крутому лагерю. Очень сердечно благодарю за то, что вы содействовали тому, что брат Вениамин приехал к нам в Украину, сюда, в Киевскую область. Непосредственно я находился в непосредственной близости от боевых действий здесь, в Киевской области. Знаю, что такое война. Не дай Бог, чтобы кто-то из вас это ощутил. Пусть Бог вас благословит за то, что вы содействуете нашему служению. Пусть Бог вас благословит. Вы красавчики. Вообще здорово. Братья и сестры, спасибо вам большое. Вы утешили сердца святых. Пусть вас Бог обильно благословит. Меня зовут Влад. Спасибо вам большое, американская молодежь, за то, что вы такого классного сотрудника молодежи Вениамина Бальжика отправили, благословили в Украину. Нам он очень помог. В принципе, все супер, мы очень рады. Цените его, он у вас просто топ. Спасибо.